Отдельная проблема решена, но вопросы все же остались. Жители бийской многоэтажки, которые с начала года, можно сказать, воевали с квартиросъемщиками, добились своего. В информационной программе «Будни» мы уже рассказывали о приюте, размещенном на первом этаже пятиэтажного дома по переулку Дружный. Люди были уверены, что у них под боком открыли нелегальный хоспис. Однако сама хозяйка все домыслы людей опровергла. Во время работы нашей съемочной группы мужчина, который открыл двери, пояснил, что вопрос с переездом решается. И на сегодняшний день он уже решен. Я вам говорю, здесь никто не пьет, к вам зайдите, вы все тут бухаете, вот так по-русски сажать, и курите, ходите тут, предъявляете. Все, я вам ответил, вопросы решаем, все решим. Извините, пожалуйста, за неудобства, которые вы нам предоставили. Мы тут... На самом деле вопрос решился очень быстро. Даже сами жители 11-го дома по переулку Дружный не ожидали, что все будет настолько оперативно. Буквально на следующий день после выхода нашего материала в эфир из квартиры начали выносить койки и другие вещи. Куда именно съехали постояльцы приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неизвестно. Однако во время разговора с руководителем девушка пояснила, что собирается для этих целей снять частный дом. При этом ответ на другой вопрос, насколько законна вся эта деятельность, остается открытым. Не исключено, что эта история с якобы нелегальным хосписом еще получит свое продолжение.